Доброго всего времени суток, с вами Тексер, Endzone 2, вода заканчивается обязательно, офигенно заканчивается. Так, Endzone 2, продолжаем развивать свое поселение. Блин, что? Ну графончик тут, конечно, не сделали, вставай, когда приближаешь, да, становится более-менее нормально, а вот издалека, ну, пикселизируется. А, итак, и... Давайте попробуем построить еще одно болотистое. Так, тут вулканизации нет, каучука нет. Где брать каучуку, хрен его знает. Тут у нас чего? Тут у нас 25 кирпичей. Это постройка. Угу. Топорная башня, давайте. Так, по-моему, успел ползнуть, пока чихнул. Ну так, ладно. Улучшенный склад, ферма. Ресурсы, пища. Блин, кто производит ресурс каучука, а? Ладно, исследуем водонапорную башню. А мне нужно загрузить машину, если правильно понимаю, двух человек. Ёбаный бабай, как я загружу двух человек? Я не вижу, что тут вот есть. Эрес. А, понял. А знаете что, я бы еду сюда загрузил. Так вот. 60 давай еды, блин, воды. Давайте вот так. Я погрузил в кузов воду, хрен ли ты от меня хочешь, собака комнатная. Ну так. Погоди. Вода. Фиг ли тебе еще надо? Так, и вот сюда. Все, поселенцы поехали. Осваивают новые места. Пока больше не буду ничего делать, вот пускай сколько их есть, только это что такое радиация. Так, чем выше, тем лучше, правильно? Правильно. Слушайте, они хорошие, почти довольные. Это прекрасно. Так, вот водонапорную башню исследуем. Тут с водой что-то у нас беда. Бедянская. Но, ладно. Я могу сюда еще где-нибудь кинуть. Что можем построить? Ни хрена. Ни хрена. Болотную ферму не здесь, так что тоже ни хрена. Да тоже ни хрена в целом. Глинище и так копаем. Улучшенный склад можно мне пока не нать. Улучшенное это жилье тоже хорошо бы. Давайте бахнем. А потом я снесу одну из тех домиков. Ну, понятно, кладбом все дела. Это вроде ничего не делает, просто для красоты. Для красоты я не понимаю. Для красоты я не понимать. А что такое? Баня. А, баня, да, баня. Ага. Задача. Все. Стройте, короче. А, ускорим немножко. Так, машина приехала. Поселок есть. Нужно идти для постройки центра поселения. О, блин, невелик тут центр поселения. А что тут такое? Пузырится болото? Возвышенность. Болото. Болото тут нет. Тут есть все что угодно, только не болото, да? Говорит, не хочешь, там и строй. Ну, а тут неплохая местность. Вон я там вижу месторождение. Я вижу еще месторождение. Ну что ж, ну давайте вот так, пум. Изучаются странные растения. Может, наши сборщики смогут на ней поколдовать?
Может, и смогут. Так, давайте маленькую скорость. Построим новое поселение. Бездомные поселенцы. Ага. Так, кирпича тут нет, поэтому строим что? Строим хибары. Ой, блин. Строим мусорный центр. Ничего не строим. Едем за дровами и мусором. Едем за дровами и мусором. А также за тряпками и пластиком. Дрова, мусор, тряпки, пластик. Хорошо, сидите пока так. Вы пока бездомные, фиг ли вам. Я с вами ничего не могу сделать. Не подумал, ну ладно. Как не подумал, я не знал. А вот не сдумал. Так, малый запас воды. А фиг ли у нас с водой? Засухи вроде нет. Да-да-да, исправим, не ссать. 103, чуть еще надо. Чудище-то болотное. Дрова, хлам, ткань, бутылки. Ну хоть что-то там развить на месте. Давай, машина-то мне нужна. Но это не болотное поселение, нифига. Итак. Немножко еды. Сотню дров. Этого не жалко, этого побольше. Мусор, вода. Давайте еще 100 возьму воды. Пластика. 100. 30-ку тряпочек. 30-ку инструментов, а чего бы и нет. Че еще? Маски. А че бы нет, опять-таки. Так. Машина пошла. Машина пошла, машина. Ты, да. Езжай. Ждем. Ну что, еда есть, вода есть. Пища заканчивается. Будет, сейчас пища будет. Все привезем. Не ссать. Сейчас разовьемся. Знаете что, тут нельзя сделать караван такой. Туда-сюда, туда-сюда караван. Вот нельзя. Вот, а, транспортный маршрут есть. Хорошо, будем иметь в виду. А машина у меня только одна. Может, я как-то шедралом мог, нет? Надо бы попробовать. Эра. Эра. Норм? Норм. Так, а где наш центр поселения? Благословенный. А вот наш благословенный центр поселения. Так, дома. Пошли теперь сначала. Прям булькает. Знаете, что интересно? Вот тут. А, туда тоже расходится. Странно. Пузырится, непонятно. Так, ладно. Мне накопитель для нее надо. Ой, что ты больше-то? Ну ладно. Уболька. Вам пока хватит. Далее, на продуктовый склад. А, вы складываете все такие, да? Ты кто? Продуктовый, а, ну там материалы. Цистерна, цистерна я уже бахнул.
Рубилку надо. Вот так, пожалуйста. Еще лучше вот так. О, как хорошо. 5 баллов. Так, и мусорку. Не хватает материалов? Ни для чего не хватает материалов, согласен. Тем не менее. Дендрарий пока подождем, а плантацию потом. Сначала как-то все это надо развить, хоть куда-то, хоть как-то. Углепечь. Дров не хватает. Мне кажется, надо мне будет сейчас еще привезти всякого. Так, ну вы уже живете, работаете, все дела. Тридцать дров. 18. Короче, дров еще надо. Потом у него будут свои дрова, и мы и заживем. Так, а я что-то тут отресерчил. Водонапорку я отресерчил. Давайте бороться с последствиями засухи. Ну, не с последствиями. Водонапорочка. Как-то фиговато, да? Давайте вот тут бахнем водонапорку, и вот тут там, мне кажется, прекрасно встанет. А мы что-нибудь еще заресерчим. Например. Блин, каучук-то столько найду. Кирпичи, пожалуй, найду. А, парк. Баня. Кирпичи и дрова, да? Аптека. Давай. Ждем. Сейчас машина приедет, будет счастье. Не, ну так-то живет. Че не хватает? А, ну тебе редко приходит вот эта штука. Да, уголь. Так, уголь. Кирпичный завод. Кирпичный завод апнем. Угольщиков тоже апнем. Лесорубов тоже апнем. А в дендрарии кто-то сидит? В дендрарии кто-то сидит, нормально. Так, машина пришла, прекрасно. Но с дровами у нас беда. Ну тут хоть дрова есть. Так, еды, воды привезем, естественно. Ну, мусора немножко. Да, немножко инструментов. Немножко перчаток. Перчатки не сделали. Ай, блин, жилетину одну. Пойдет. Да, так, по бомжиному немножко. Ну, там просто пока беда сейчас. Так, что по жилью? Не тут по жилью. Что тут переключается? Жилья 55. Поселенцев 55 с 55. Угу. Все заняли ироды. Я не успеваю вот эти сносить, потому что я вот эти не успеваю строить, ладно. Вернее, я их строю, а снести... Дерево. Давай. Не хватает ресурсов. Я знаю, что не хватает ресурсов. Вода из-под земли. Чё? А, ну запас, да? И смотрите, она в радиусе, видите, она берет в радиусе вот этих ребят. А вот этот в радиусе берет. Отлично. Ну, у нас бонус будет большой на вот эти водокачки все. Это прекрасно. Так, а это снести к ядрине фини. У меня какое-то время будут бездомные, ну,
Жоп с ними. Отлично. По-моему, отлично. Строить, строить. Водокачка. Свой человек пошел на водокачку. Эй, я послал человека на водокачку. Это прям приоритет. Я надеюсь, он туда придет. Так. Колодезник один. Строителей два. Ну, давно пора. Это что такое? Свободных рабов. Свободных нет. Тут нет свободных. Тут есть рабы. Так, хорошо. Ну, работа идет. Колодезник появился, опять же. Давай, меняемся. Мне нужен... там три ребенка есть, нормально. Мне нужен каучук. Каучука нет. А что я тут нашел? Я думаю, я каучук нашел. Ну, воспитать. Да, 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 бегой. Вот оно. Давай сюда. Ну, вообще, можно было туда ресурсы повозить. На машине. То есть, пошарахаться, пособирать, ну, я пока больше тут тружусь. Так, мне кажется, тут опять фигня какая-то с жильем. Не хватает ресурсов, не хватает. Пять рыл, сносим. Интересно, а я ресурсы какие-то то получу? А что я получу? Кирпич я не получу. Тоже нет. Так, глиняная яма. Луч надежды. Стоит поселенец. Нормально. Так, в дендрарий давай чувака посадим. Чертеж, тоже хорошо. А что он бездомный поселенцы? А, потому что не построен. Жилье не построено. Сейчас построим. Так, что мы имеем по дровам? Дров кот нассал. Я просто сейчас ему улучшу жилищные условия. И всем будет счастье. Открыт новые технологии. Шикарно. Это производство какое-то, я так понимаю. Или сырье? Болото. Нет у меня болота. Пища. С едой все зашибись. С водой не очень зашибись, и я не могу понять почему. Да, я лекарств не вижу. Аптека. Ох ты, у тебя круг какой. Ну давай, построим аптеку. У меня типа не хватает ресурсов для нее. Ну, сейчас мы ее построим, но мне медикаменты нужны. Медикаментов у меня нету, потому что я пока их не произвожу сам. Недостаток мест на складах. Мне нужен продуктовый склад. Продуктовый склад. Вот он. Это продвинутый продуктовый склад, я прав? И места не хватает. Еще 800 еды. Конечно, места не хватит. Так, тут черпают. Вот тут, надо полагать, тоже черпают.
Но воды, мягко говоря, не вагон. Давайте я качалку еще поставлю. Ясен пень с цистерной. Построят. Ну, надо. Дров. Куда плакал? Лесорубы по максимуму. Теперь у меня за два отвечать этих. Нет строителей. Так, свалка заработала. Вот другое ж дело. Ждем строителей. Строитель идет. Сейчас построят, у меня тут будут свои дрова. Свои дрова — это прекрасно. У меня уже есть своя вода. Поэтому работаем. Давайте ускоримся немножко. Малый запас пищи. Охотно верю. 40. А успеет ли, мне интересно. The water is running out. Да, иди нафиг. Так, добыча всякого. Так, ну, во-первых, мне кажется, рыбь. Тридцать два бревна. Все, что мог. Так, вот это бы хорошо в другом лесу делать все. Вот тут хороший лес. А чем мы тут строим? Склад материалов. Не хочу. Стройте. Мне как-то с едой надо вопрос сначала решить. Вспышка какой-то болезни, хорошо. Ну а что я могу сделать? Ну, вспышка, ну болезни. Ну вымрут. Так, тут что? Ну, удовольствие хорошее, 68. Со здоровьем не очень. Так, 97 бревен. А давай-ка там ребятам помогу с бревнами. В общем, с едой и водой тоже неплохо, да. А болотина тут как не было, так и нет. Все, людей нет. Дождь будет отлично, отлично, дождь будет. А, свалочник есть. Так, дровятник один. А то вообще один человек остался. Вот так.
труп на дорогах валяются. Количество. А надо еще людей привезти тогда. У меня как раз лишние есть. А им надо воды положить сам, наверное. Что-то у меня то поселение никак не заводится, зараза. И вода хреново копится. Вот хоть черпают, но, блин. Говночерпие. Приехал, молодца. Так. А, не надо все. Угу, прекрасно. Ноль. Поселение вымерло. Хе-хе. Смешно. А новый приходит? Угу, поселенцы в машинах, хорошо. Вот тут где-то каучук живет. Йодная шахта. Не спрашивай меня, как это работает. Так, что, машина приехала? Приехала. Они почти все вот выпили. Такие вот орлы. Так, хорошо, десяток крыл тут есть. Они все разбежались на работу. Молодцы. Я вами доволен. Давайте строить тут далее, потому что я немножко ресурсов сюда поднавез. Костерок. If nothing changes, it'll be the end of us. We've got to do something. Ну вот так. Так, труп на дорогах, избавься от трупа. А, на Кладмоне есть чувак. А, нет, это строит. Это на Кладмоне чувак, это... Ладно, сейчас разберемся. Ага, прекрасно. Так, ну давайте мы немножко по рыбе... О, что такое? Хижина-собиратель. Тоже неплохо, материалов нет. Чё, а что нет? Таких материалов нет? Ну, бревен нет. Ну, бревен мы сейчас нафигачим. 20 уже есть. 10 трупов. Работают. Работают, молодцы. Дома. Ну, большие дома я тут строить еще долго не смогу. Потому что для них нужны кирпичи. Кирпичей тут не будет, например, никогда. Что с болотами-то делать, я не пойму. Вот болото. Ну, два поселения я сейчас не потяну. Мне с одним пока разобраться.
Угу. Да, это Эра она называется. Ну, пускай Эра будет называться. Каучуке. Так, ну с Эрой все хорошо. Че, все раздал, да, молодец. Продвинутый инструмент, ну, вулканизация. Вообще же пенамбур. Ну, большой продуктовый склад, давай. Там лишь до бани дорастем. Тем более кирпичей уже 24. 65 жилья, прекрасно. Еще. А я это не хочу, а вот это хочу. О, сработало. Бомжей нахрен с палаток. Палатка тоже. Ху-ху-ху-ху. Хижины. Наш выбор хижины. Радиация как жопа, но это видимо потому, что что-то закончилось. Паучук, это нужно найти в экспедиции. Семена. Это, в принципе, мистика. Тут экспедиции нету. Ну чё, погнали сюда туда. Экспедиция и всё такое. 8 трупов, прекрасно. Так, еда есть, воды маловато. Let's go. Еще какое let's go? Там же экспедиция. Я сейчас в ближний город привезу все это. Начать экспедицию. These factory grounds are less damaged than the rest of the wastelands. Let's see what we can find here. We'll do. There's an axe here. Maybe we can still put it to good use. Ну, мы применить его, конечно, найдем. I'll do it. Так, у меня лестницы же нет, чтобы на самом верх забраться. We'll do. Хотя здесь нужна, по-моему, доска, а не лестница. We'll do. Да, тут доска нужна. Чего знаю? А вот доска. I'll do it. Ну ни зачем не понадобилось бежать, прекрасно. Let's go. На полке какая-то фига тень. We'll do. This old safe. These documents are very instructive. Так, очко знаний, прекрасно. А может просто конец экспедиции нажать? Ох ты ж, сколько тут всего, да? Я понял.
Так. А все. Хе, поднабрали. Давайте сюда. New instructions. Instructions. Так. Что там с трупаками? 6 трупов. Ну, чем дальше, тем лучше. Хорошо. Чего не хватает? Кирпичей. Я хижину начал. Не палатку, а хижину. Окей. Так, с дровами все хорошо. С едой тоже, в принципе, все неплохо. А можно, наверное, строить. Тогда давайте мы рванем вот тут вот. Прям посильнее поселенцев умеешь. Хороним. Так, нам теперь нужна... нет, не шахта. Хотя шахта по добыче йода, не знаю, нужна. Инструменты делать надо, надо. С водой что-то фиготень какая-то. Так, дорожку. Так, стройте, пока там видно будет. Фига ж мне йод-то. Пардон, резину я вам не дам. Даже не знаю. И черт там йод. Чё можно сделать здесь из йода, а? Тайна. Так, ресерч. Два очка, ни о чем. Каучук найти, инструменты найти. И эту найти. Баню. Баню искать не надо, к счастью. Продуктовый склад. Как тебя улучшить? Там металл нужен какой-то. Ну, с металлом тут беда. Тут только шахта была вот эта вот. Глинистая. Железа тут нет. Вообще. Эй, я вам это привез. Как его? Ну, вы поняли. Так, машина пошла. Блин, музыка какая мерзкая. Музыка-то мне, пожалуй, надоела. Так, музыка. Мастерская, давай одного. А так кирпичи бы привезти. Но поздно. А тут глины нет, тут йод. Дендрарий еще надо бы. Что вот это такое, я не пойму. Потому что вот тут... А, тут такое же есть.
Где мне еще машину найти, а? Блин, всякого-то. Пропущено. Так, там лестница лежит. Clear. Так, тут был, тут все зачищено. Ладно, едем сюда. Я пока не знаю, где мне каучук найти. Загрязнение почвы. О, тут под радиацией. Забавно. Got it. Ветряная турбина. Так, у меня всякое есть. Пошли смотреть. Бочка. И чего? А что изменилось-то, ёлки? Что, смотрите, тут 28%. Немного. Let's go. И что? Maybe we'll find something we can use to climb up here. Done. А-а-а. I'll take a look. I'm in. From here, we've got a good view of a radio receiver. Радиоприемник, оставшийся от старого мира. Кто-то приспособил его под свои нужды после катастрофы, даже включил свой микрофон. Некоторые частоты подписаны. Тут написано красный, там Барбер, внизу Сахара. Интересно, друзья, или места? Рядом лежит блокнот, записи в нем совсем выцвели. На последней странице стоит дата. Как же давно это было? Were they friends or places? There's a notebook lying next to it. 100% нормально. The writing is completely faded. There's a date written on the last page. November 27th, 2038. That was ages ago. Так, тут больше ничего нет. I'm in. А, это эта дверь. Ну ничего, так. Нормально. Поехали. New instructions. Ну чё мог? Так, кому я этот везу? Мить. Я не всё забрал. Ладно, давай, давай чё-то я сюда отвезу. Got it. И чё-нибудь исследуем. Так, три очка. Крематорий. Улучшенная портняшка. Это уже открыто, да? Да. Йодный прииск. Вот в эту сторону. Я автоматерскую хочу. Так, что я могу исследовать? Могу? Не могу? Могу? Парк. Могу. Но не хочу. 25 инструментов. Металлургический завод тоже бы зашибись. Железная шахта. Улучшенная мастерская. Пока ничего не могу. Мне нужны продвинутые инструменты для всякого счастья. Для всего прям нужно. А рынок? О, 500 воды. А вот в сторону можно думать.
У меня простых-то инструментов нет. Чё я хочу вообще, да? А да, через профессии. Углежоги, ткачи. Копатели глины, лесники. Пункты переработки. Лесоруб, зарасоруб, дофига. Рыбаки, собиратели, прям вот их много. Садовники. Немного, но... Углежоги. Как-то так. Ну, проще оттуда, чем где-то еще. Так, вот эту еще хижину на кедре Нефени снести. А, блин, я лошара. Моя хрен, я вам что-то дам. Как-то забирать. То есть подумать. Так. А ну кирпичи туда отвезти. Благо, кирпичи у меня никакой хрена. Чтобы они могли дома построить получше. Логика. Так. Кирпичи-то еще и железо. Ох ты ж елки. Так, давайте смотреть дальше, что мы можем сделать. У меня воды тут как-то вот, вот не очень. Стройте. Привезу кирпичи, апну дома. Будет нормально. Пункт переработки тоже нужен. Это я уже построил. Дендрарий. Есть. Человек в дендрарии теперь тоже есть. Людей мало, но будут. Когда дома построим. Дай побольше привезу. Вот не люблю микроменеджмент, когда он с поселениями связан. Когда очень много вот поселений, ты туда-сюда между ними мечешься. Не люблю. Но приходится. Плодородная почва, куда ни плюнь, да. Но каучука-то нету. Или есть. Давайте посмотрим. Тут должна быть ферма. Ну, болото, ну, понятно, не болотная плантация. Фиг там далеко ходить-то. Строителей нет, это мы тоже понимаем. А торговый маршрут, или как там, они не будут иметь смысла до тех пор, пока я не смогу свои машины строить. Одинокий лесоруб. Кто у меня вообще тут есть? Кого дофига? Строителей дофига. Одного вполне хватит. Вот.
свободный чувак, он строитель, я так понимаю. Это пластик будет хреначить. Что еще нужно? Еще нужно мастерскую, которая инструменты делает, потому что без инструментов беда-беда. Если на вес, конечно. А почему я назвал каучуки, если каучука тут нет? Я не знаю. Назвал. Это нужно найти в экспедиции. Всем надо найти в экспедиции. Короче, все, надо упарываться в экспедиции. Ладно, давайте на этом закончим. Жмите, пишите. До новых встреч.